Всем привет! Сегодня не обзор, а информация для вас. Во-первых, про Bionicle. Надеюсь, вы уже посмотрели выпуск про Bionicle, про новую серию, про перезапуск Bionicle. И я там сказал, что продажи начнутся с января. Мне так сказали компании LEGO, это официальная информация. Мне и другим блогерам так заявили, и тоже остальные говорят, что в январе. Но в детском мире, в сети магазинов «Детский мир» они уже продаются. Те, кто подписан на мою группу ВКонтакте, уже знают, я в субботу выкладывал пост прямо из магазина с ценами и с фотографией стенда в детском мире. Ссылку на этот пост размещу здесь в описании. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и будете первыми узнавать информацию. Но я решил, раз мне первые два набора достались бесплатно, то я прикупил еще два. Я так и планировал себе в коллекцию Таху, он, посмотрите, какой классный. Ну и... Страж огня как-то прилип к нему, так получилось. Поэтому ждите обзор, постараюсь сделать до Нового года на эти две фигурки тоже. Ну а кто там сомневается, купить, не купить, Bionicle вроде как детские игрушки, но вот в детстве они собирали и все сомневаются, покупать или нет, то Сафронов разрешил, я разрешаю, покупайте. Ну, немного оставаться ребенком чуть-чуть всегда... Это круто, ничего в этом страшного нету. Тем более, что действительно классные фигурки. Ну а если вам кто-то скажет, что вообще это не важные вещи и зачем тебе игрушки, то назовите себя коллекционерами. Видите, марки, монеты, какие-то ножи безумные, картины. Это тоже очень важные вещи, не менее важные, чем, по-моему, игрушки. И люди активно занимаются коллекционированием этих вещей, тратят огромные деньги. Ну почему бы и... не коллекционировать игрушки, в том числе. Ну вот я коллекционирую игрушки, и вам не запрещает никто тоже это делать. С января они будут продаваться вообще во всех магазинах, наверное. Ну а знаете, вот как бы официальные магазины LEGO, которые нам кажется, что они официальные, на самом деле партнеры, магазин Мир Кубиков, такие там только LEGO продаются, вообще мне сказали, что только с февраля они будут продавать. Ну и это я уже неоднократно слышал. Да, за информацию про Bionicle спасибо, зрители про Bionicle в детском мире, что они уже продаются, спасибо зрителям, спасибо вам, что подсказали, где посмотреть и что можно... всем остальным рассказать. И нет, это еще не все про Bionicle. Вот, это еще один Страж Огня. Что он здесь делает? А он прыгает в призовой фонд. Ну, вы знаете, что у меня проходит конкурс. 20 человек прошли уже в финал. Ответы на как бы, вопросы второго этапа на странице у суперсудьи, что это были за картинки. 20 человек ответили правильно. Первые 20 человек, которые ответили правильно, и те проходят в финал. Условия конкурса... в отдельном видео по ссылке в описании. Так что переходите, смотрите, те, кто прошел во второй финал, могут участвовать. Ну а остальные ждите 2015 года, и там я тоже буду разыгрывать, скорее всего, Bionicle, потому что они очень классные, и я бы хотел в качестве приза, чтобы они были у моих зрителей, той же некоторые модельки. Так что вот так. По просьбам, практически требованиям зрителей, ну, я обещал сам, я сажусь сейчас делать обзор на разрушителя LBX. Если вы тоже не смотрели первый выпуск про LBX, про эти фигурки, сборные модели, то обязательно посмотрите, крутые штуки. И вот сейчас сажусь собирать, делать обзор, потом монтировать. И, скорее всего, завтра уже будет обзор на канале. Ждите. На этом все. Всем спасибо. Про LEGO сказал, можно уже покупать. Про конкурс сказал, двадцатка финалистов определилась. Это хорошо. Те, кто не прошел финал, не расстраивайтесь, будут еще конкурсы, ну и там различные плюшки для тех, кто вообще участвовал, в 2015 году тоже будут. Ну и разрушитель, который по картинке, конечно, выглядит очень круто. Сейчас его соберу, сделаю обзор, сниму, смонтирую все, и завтра смотрите на моем канале на разрушителя. На этом все, всем спасибо. Про Bionicle сказал, про разрушителя сказал, про конкурс сказал. Бежим в магазин за Bionicle, ждем обзор на разрушителя и ура-ура тем, кто прошел финал конкурса. Все, пока-пока.